Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Мне в комментариях написал парнишка или девчушка, что типа Fallout не работает. Я решил это проверить. Русификатор качаем по ссылке, есть два источника. Если по первому не получилось, скачать качаем со второго. После установки игры Fallout скачали пак Русификатор. Если не верите, что без вирусов, проверьте через Avast. Но рекомендую скачать Доктор Веб и перепроверить, если ругается, не устанавливайте. Так, установка очень проста. Ищем путь к папке Fallout, дальше Fallout 3, Gotu, English. Устанавливаем именно туда. Установщик очень легкий. Далее ставим галочку «Установить русские текстуры». Далее установка. После установки русификатора запускаем игру, выставляем настройки экрана графику под ваш компьютер. Но я думаю, у каждого 14-летней давности игра должна потянуть. Заходим, видим, что все на русском, даже на стенах надписи на русском. И играем. С вами был Розе, подписывайся на канал, ставь лайки, всем до новых встреч.